Премьер-министр Италии Маттео Ренци пообещал провести тщательное расследование обстоятельств железнодорожной катастрофы на юге Италии. Во вторник утром на железной дороге в области Апулия между городами Андрия и Карата столкнулись два региональных пассажирских поезда. Премьер Италии прибыл на место трагедии вечером того же дня и созвал экстренное заседание в связи с трагедией. В Библии говорится, что для всего есть свое время, сказал он. Время плакать, время оказать поддержку семьям, проявить человечность перед лицом боли. В ближайшие дни мы будем следить за ходом расследования. Нам нужно выяснить, что же именно случилось и кто в этом виноват. Эту катастрофу уже называют одной из крупнейших в истории страны. Поезда столкнулись с такой силой, что 3 вагона из 8 оказались полностью разрушены. Еще 4 сильно повреждены. Первым из-под обломков вынесли 6-летнего ребенка. «Я слушал музыку, — говорит один из выживших, — и вдруг осознал, что лежу на земле и не могу пошевелиться. Рядом со мной я увидел контролера поезда, он тоже никак не мог подняться. Нам пришлось ждать, пока кто-то придет на помощь». Официальных причин случившегося власти пока не называют. Среди возможных версий – человеческая ошибка, а также проблемы с системой, регулирующей движение составов. В итальянской службе гражданской обороны подтвердили, что в поездах россиян не было. Сейчас врачи оказывают помощь всем пострадавшим и борются за жизнь одного из машинистов.